И что это было? В смысле, мы ушли оттуда, чтобы не набраться проблем. Окей, забудем про это и ляжем спать. Ладно, я согласен с тобой. О, слава богу. Как прикольно вернуться на неделю раньше. О, устала я на даче. Да, милая, это очень хорошо, мне тоже так кажется. Мам, пап, я пойду в свою комнату. Окей. Какого фига кровать разо... А это кто еще такой? А? Что ты тут делаешь, мелкая? Ау, больно же! Ты хоть смотри, куда идешь. Окей. Мелкая, что ты тут делаешь? Ты должна быть на даче. Что? Ты тут делаешь? Ты должна быть на даче. Мам? Пап? Мелкая, стой! Давай. Что делать? О, точно. Тупая кровать, как больно под нее забираться. Мам, пап, там какой-то незнакомец в нашей комнате. Это неправда. Пойдем разберемся, милая. Мелкая, останься тут. Нет, я пойду с вами. Ну и где же этот твой незнакомец? А? Мелкая. Да я своими глазами видела, он тут был. Похоже, у тебя, Кейси, разыгралось воображение. Ну, я спать. Спокойной ночи. Да, милая, конечно. Пойдем, Кейси, мне еще с тобой поговорить надо. Куда он делся? Не поняла прикола. Офигенно! О, если бы я не продержался под твоей кроватью. Ну, я тут при чем? Ты сам туда залез? Ну, и молодец, что ты хотя бы соображаешь и думаешь головой. Да блин, я из-за тебя чуть не задохнулся, ты меня тут расхваливаешь. Бесишь. Слушай, взаимно. Давай я лягу спать, а ты уйдешь. Куда? Где мне жить? Алло, гараж! Ладно, ночую, все равно я закрылась. И да, мелкая спит у мамы, так что... Все. Наконец-то можно спокойно поспать. Потому что я предпочитаю здоровый сон. Окей. Ау, ты что творишь, зараза? Спокойной ночи. Спокойно.